Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Ник. Сегодня мы делаем обзор на игру. Название игры я укажу в описании. Итак, давайте начнем играть. Я тут уже немножко поиграл. И давайте я вам покажу, что тут нужно делать. В этой игре, в общем, нужно закидывать мяч в кольцо. Но не просто закинем, тут будут всякие испытания еще. Также сила удара, сила броска. Вот, тут для начала у нас идет как обучение. Вот мы кидаем тут. Сейчас ждем. У нас тут этот, можно опять кинуть мяч, например. Но нет смысла этого делать. Мы подождали, прошли задание и играем, получается, в новый уровень. Давайте сейчас сразу перейдем уровень где-то на 10-й. Так как тут пока что легенькие такие идут. На 10-м уже более сложные будут. Также тут есть разновидности мячей. Есть мячи, например, для боулинга. Там обычные баскетбольные. Так, тут нас надо в рычаг ударить. И вот, как видите, мы забрасываем в кольцо с первого мяча. Это получается, мы зарабатываем 3 звезды. Продолжаем играть. Давайте еще посложнее уровень возьмем, где-то 20-й попробуем. Там, мне кажется, уже хоть будет испытания такие довольно сложные. Так. В принципе, игра такая, знаете, интересненькая. Меня она сразу заинтересовала. Советую поиграть в нее. Вот смотрите, например, в таких сложных уровнях. Здесь нужно максимально маленьким количеством мячей забросить... Как бы это сказать? Забросить здесь все мячи по корзинам. И корзин тут, как вы видите, много. Поэтому можно использовать вот здесь вот подсказочку такую. Так. Вот. Кстати, вот этот лед, как вы видите, он ломается только мячами для боулинга. Тут вот эта вся языковырочка идет. Дальше смотрите. Мы вот тут вот кидаем мяч. Он попадает в этот шар. Катится вниз этот шар, потом он сбрасывает мяч, и мяч дальше летит в корзину. Сейчас увидите, каким образом. Тут идет склон такой. Так, а пока мы давайте закинем этот шар, или мяч, как там. Так, от борта, все, вот мы прошли за 3, как бы, броска, мы прошли игру тоже на 3 звезды. Точнее, не игру, а уровень. В принципе, такая игра не простая поначалу. Ну, поначалу простая, а в конце она такая, знаете, уровни такие с заковырочкой есть. Так что поиграть можно. Вот, давайте вот тут где-то попробуем левел 30 пройти. Тут, в принципе, я на 3 звезды не проходил, потому что сложно очень. А на 2 вот проходил. Сейчас вам покажу, что тут за уровень. Можно, давайте, используем подсказочку, чтобы пройти на 3. Так, мы кидаем тут. Надеюсь, он сейчас попадет. Да, попал. И вот сюда тоже. Так, что у нас тут дальше надо? Также надо вот попасть, там рычажок есть. Только что увидел. И, наверное, мы как бы дальше пройдем уровень или что. Вот. Как вы видите, да, мы все-таки дальше проехались тут. И что у нас тут дальше нас ждет? Угу. Вот такое вот кольцо. Мы в него тоже тут попадаем, конечно, с подсказками. Надеюсь, сейчас пройдем на 3 звезды, хотя вряд ли. Мы один шар выпустили только специально для того, чтобы... Как это сказать? Для того, чтобы активировать рычаг этот. Давайте опять попробуем пройти. Так, если мы попнем в рычаг, то у нас закроется проход к этому кольцу. Так что давайте вначале в него попадем, потом в дальнее. Так, тут попали. А в дальнее посложнее будет. Вот. Сейчас мы ждем, пока мяч долетит.
Опять мы не попали, конечно. Неудивительно прям. Давайте вот так попробуем. Аж так попадем. Так, блин. Все. Просрали уровень. Давайте опять попробуем сыграть. Опять покупаем подсказку, используем. Так, вот мы опять кидаем в этот, как всегда, поначалу идет. Потом сейчас попробуем запустить в дальний, так, чтобы мяч активировал ловушку. Для этого нам надо или такой, ну, мяч как свечу упустить. Вот у нас получилось, это хорошо. Видимо, мы пройдем уровень на все звезды. Было бы неплохо. Так, вот у нас тут осталось только попасть в эту корзину и все. Все, вот мы попали. Мы прошли уровень на 3 звезды. Как видите, не с первого раза даже с подсказками получается это сделать. Если вы думаете, что так это легко, то можете сами зайти и попробовать. Вы убедитесь, что это вовсе не так. Я попробую, давайте, сыграть самый последний уровень, до которого я еще не дошел. Так, тут я случайно play нажал, сейчас выйду. Так, это уровень, как видите, вообще жесткий такой, тут очень много колец. И попасть тут крайне сложно, в принципе. Так. Вот последний, 39-й. Ну, я его прошел. Просто я сейчас буду, наверное, после видео играть дальше в игры, в эту игру, чтобы пройти тут этот надо определенное количество звездочек набрать для того, чтобы, как сказать, в общем, для того, чтобы пройти дальше. Так, давайте попробуем вот так запустить. Наверное, но надеюсь, он не удастся. А, хотя нет, нормально у нас. Нет, все-таки давайте вот сюда попробуем запустить, что ли. Так. Надеюсь, он закатится. Да, он закатился. Отлично. А вот тут, конечно, будет посложнее играть. Из-за того, что она мешает тут попасть в кольцо. Преграда это. Да, понятно, короче. Давайте сейчас попробуем выбить полностью этот лед. Он вообще не нужен тут. Так, теперь нам стало еще тяжелее попадать. Видимо, мы сделали ошибку, в принципе, ну ладно. Даже не помню, как этот уровень проходил. Давайте попробуем тут сейчас закинуть. Так получилось. А вот туда мы, наверное, не закинем. Так. Давайте этот закинем и вот этот следом. Нет, у нас не получилось. Ну ладно, давайте, в принципе, я, наверное, закончу уже снимать. Надеюсь, вам понравилась эта игра. В Google Play вы можете ее скачать бесплатно. Она там вроде в новинках уже, или даже не знаю, уже в популярных даже, может, есть. Так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мистер Ник. Всем пока и всем удачи.